Итак, друзья, всем добрый день, всем доброго субботнего утра. Давайте проверим картинку звука и начнем. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как вы меня видите, слышите. Картинка, звук. Если все хорошо, мы с вами начнем. Все хорошо. Да, я вижу, что все хорошо. Все отлично. Все, можно не писать. Я понял, что все отлично, и мы можем с вами начинать. У нас с вами сегодня вебинар. Это вебинар, посвящен новостям компании, значит, GIS News. И вы знаете, то, что у нас была лидерская поездка, и мы там очень много штурмили, думали о том, что мы будем делать второй спринт. И я вообще хотел проводить вебинар в понедельник, но партнерское сообщество настояло на том, что нужно как можно быстрее об этом говорить, потому что хочется уже работать, энергии очень много. Вот, поэтому вебинар в субботу сегодня. У нас через час закончится финансовая неделя. Значит, и у нас обычно в субботу в 10 часов в Москве заканчивается неделя. Отчетный наш период финансовый и начинается новый. Поэтому в новый период с новыми, с новостями компании. Значит, ну, во-первых, хочу сказать то, что мы с вами отметили день рождения компании. Это было 7 августа, неделю назад. Значит, и я хочу еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех ребят, которые приехали, потому что нам важно то, что вы были вместе с нами и отмечали этот праздник. И я хочу сказать то, что в эти времена ограничения мы действительно сделали все, что от нас зависело, и провели мероприятие так, как нам позволили провести, потому что мы с вами сейчас вот в таких ограничениях живем, но тем не менее мы смогли все с вами собраться, нас было почти там 1000 человек, вот, и в пике. И я думаю, что наш праздник удался. Затем, значит, у нас после нашего мероприятия у нас была лидерская поездка. Каждый наш спринт мы заканчиваем, как правило, лидерские поездки, самые эффективные партнеры мы выезжаем. И в этот раз это был Калининград, значит, опять же, потому что Европа вся закрыта, весь мир, в принципе, весь закрыт. Это самое, ну, такое место, куда можно было поехать без проблем. И, значит, тоже немножко поделюсь этой поездкой. Я знаю, что у вас будет в регионах постпрома этих поездок в Калининград. Вот. Но, на мой взгляд, она прошла вообще великолепно. То есть у нас было и обучение, то есть мы там обучались, у нас был тренинг по расширению финансового мышления. Значит, затем у нас были экскурсии, мы там и оккультуривались, и потом это и развлечения, и были вечерние посиделки, тогда, когда мы просто большой командой сидели вечером в ресторане, рассказывали анекдоты, смеялись очень много. Вот. И у нас была и стратегическая сессия, тогда, когда мы проводили совещание и планировали второй спринт. Это была, на мой взгляд, она была очень продуктивна, она была очень веселая, полезная. И, как показывает практика, эти мероприятия, они важны, потому что они объединяют. И мы там в этой энергии генерим очень много хороших, светлых идей, которые ведут нас в развитие. Вот. И то же самое было и сейчас. Моя задача сегодня с вами поделиться теми новостями и теми мыслями о том, ну, как вообще мы будем работать во втором спринте. Так, значит, поехали. Следующий слайд. Значит, начнем с того, что второй спринт у нас начинается, он уже начался, мы с вами живем во втором спринте, он начался 7 августа в 10 часов по Москве. Еще раз, мы работаем с вами, у нас есть маленькие отчетные периоды, финансовые недели, мы их называем, они идут суббота по субботу в 10 часов по Москве. То есть в 10 часов по Москве каждую субботу мы обнуляем счетчик тех результатов, которые вы сделали на прошлой неделе, и у вас начинается новая неделя финансовая. То есть мы работаем такими маленькими отрезками, и, значит, спринт мы решили сделать таким образом, не с первой по первой, а вот именно с финансовой недели по финансовой неделе. И в данном случае у нас будет 7 августа в 10 часов в Москве у нас начался спринт, и он закончится 5 февраля 2022 года, тоже в 10 часов по Москве, потому что 5 февраля – это суббота. И спринт у нас, как правило, финал спринта – это всегда какое-то большое-большое мероприятие. Финалом первого спринта у нас всегда это день рождения компании, и это вот то, что у нас вот произошло буквально неделю назад. И финалом второго спринта у нас с вами будет итоги года. И мы с вами подведем итоги 2021 года, вот этот год, в котором мы с вами работаем. У нас уже есть дата, у нас уже есть арендованная площадка, то есть уже все хорошо. Хорошо, уже точно можно планировать прямо сейчас эту поездку.
значит, ничего, никакие дела не планируете на эти даты, 6-7 февраля, это будет воскресенье и понедельник, значит, мы с вами соберемся в Москве, Крокус Сити Холл, это самая лучшая площадка, мы с вами после годового перерыва возвращаемся обратно в Крокус, потому что это, ну, это действительно самая лучшая площадка, которая есть сегодня вообще в стране, я думаю, в СНГ, и, значит, на этой площадке мы с вами будем отмечать, вообще мы будем праздновать успех, мы с вами подводить итоги, и этот год он будет очень успешный, и я это ощущаю на 100%. Поэтому мы с вами будем подводить итоги и успешный в партнерской программе, и успешный в продуктовой истории, и в клиентской истории, и в пользователях. Поэтому 6-7 февраля это будет празднование нашего с вами большого успеха. Поэтому там надо быть обязательно и надо быть с большим количеством своих гостей. Значит, и понятно, что по практике каждого спринта у нас в финале всегда, то есть идет мероприятие, вот у нас будет итоги года, 6-7 февраля, значит, и после этого мы с вами поедем в лидерскую поездку. Значит, после второго спринта тоже будет лидерская поездка, потому что нужно будет подвести итоги, нужно будет спланировать там задачи на следующий спринт, вот. Ну и вообще, в принципе, отдохнуть, провести здоровое время, пообщаться, посмеяться, поучиться, оккультуриться, ну и так далее. Вот. И у нас тоже будет поездка, и, значит, мы думали, у нас будет промо тоже на эту поездку, можно будет просто получить приглашение, а можно съездить за счет компании будет в эту поездку. Значит, и мы очень долго думали о том, куда бы поехать, потому что, что это будет? Это будет февраль, это говорит о том, что будет холодно, это будет снег, слякоть, вот это серое небо, вот, и точно захочется куда-то в тепло, там, где есть море, там, где есть солнце, вот, и мы очень долго думали, и еще плюс учитывая то, что мы все равно сейчас с вами живем во времена ограничений, когда наше передвижение ограничено, нужно было выбрать такую точку, локацию, где и тепло, и недалеко, и плюс еще нет никаких проблем с тем, чтобы добраться, там никаких ограничений и так далее. Ну, или минимальные ограничения, которые сейчас есть в мире. Вот. Ну, и, значит, там на самом деле выбор невелик, и мы выбрали эту точку, это Дубай. Значит, и я, на самом деле, очень рад, что это Дубай, потому что я очень люблю этот город, и даже если весь мир открыт, я обычно выбираю лететь туда, потому что я не знаю, есть ли вообще город на планете, где есть столько развлечений различных, абсолютно, вот все, что хочешь. Мне кажется, Дубай – это как раз такая, он коллекционирует просто все вот эти вот классные опыты, экспириенсы, которые есть вообще по миру. Много парков, много развлечений, много культуры и так далее. Ну и плюс Дубай еще, у нас будет там точно групповая экскурсия, я немножко позже об этом расскажу. И Дубай – это очень хороший город в плане расширения финансового мышления, потому что, если вы знаете историю этого города, то буквально 50 лет назад там не было вообще ничего, там была просто пустыня, вот, и местные жители занимались тем, что они добывали, продавали жемчуг. И просто за 50 лет мы видим такой оазис в пустыне. Знаете, чем меня еще удивляет Дубай? Это тем, что они никогда не останавливаются. То есть ты вроде бы думаешь, что ну вот уже все. В Дубае есть уже абсолютно все. И каждый раз приезжая в Дубай, а я там бываю 2-3 раза в год, значит, и каждый раз приезжая в Дубай, я узнаю, что они еще что-то новое построили, новое что-то открыли и так далее. А те, кто не были в Дубае год назад, вы туда приедете и увидите, что там очень много всего нового и так далее. Поэтому это классный город, и за 2-3 дня понятно, что мы там не обойти, вот, но мы же не один раз будем делать лидерскую поездку, может быть, мы еще поедем. Мы в свое время когда-то с компанией в 2014 году ездили в Дубай, там как раз мы делали первую презентацию продукта UDS, вот, и это такая классная ностальгия, потому что Дубай, вот, он был какой-то такой душевный, когда ты едешь из большой компании, вот, и в нашем случае то же самое будет. У нас в эту лидерскую поездку было, по-моему, там 34-35 человек, и я понимаю, что вот потенциал этого второго спринта, он намного больше, потому что у нас, ну, как бы инфраструктура сейчас уже другая, и плюс второй спринт, мы с вами работаем вторую половину года, это, как правило, такая бизнес, ну, активное с точки зрения бизнеса время, вот, осень, и я полагаю, что мы с вами можем туда вообще выехать огромной командой, то есть я думаю, что в 2-3 раза больше, чем мы ездили в Калининград. То есть это может быть порядка 100 человек могут выехать на это мероприятие. Вот просто представьте, вот в этой команде мы будем в Дубае, какие-то у нас будут активности. Давайте посмотрим, какие у нас будут активности.
начале, то есть у нас уже есть даты, 10 февраля, мы с вами соберемся на лидерский тренинг. Значит, смотрите, 6-7 у нас итоги, 6-7 февраля, 8 февраля мы там выдыхаем, 9 февраля добираемся до Дубая, и 10 февраля уже начинается наша программа, у нас начинается обучение. Вот, можно пораньше прилететь, можно попозже, но 10 февраля мы с вами начинаем. Значит, у нас будет лидерский тренинг, и вот сейчас в Калининграде это был лидерский тренинг по расширению финансового мышления. Я думаю, что мы, наверное, сделаем то же самое, потому что, ну, мы с вами работаем в бизнесе, мы с вами объединены там, большой предпринимательской истории, вот, поэтому мы с вами здесь развиваемся, зарабатываем деньги, то я думаю, что этот тренинг тоже будет об этом, вот, я немножко позже расскажу, но что я буду делать, я сейчас полгода буду собирать информацию, буду, то есть я сам постоянно обучаюсь, читаю и так далее, и я просто делаю выжимку из всего того, что я смотрю, изучаю, и потом вот это все я рассказываю на этих тренингах. Поэтому вот эти 6 месяцев я буду сейчас готовиться к этому лидерскому тренингу. Поэтому будьте уверены в том, что там будет очень крутая информация, та информация, которая вас будет двигать вперед. Лидерский тренинг 10 февраля. Я не знаю, пока будет он полдня или весь день, вот. Но значит, у нас уже точно есть это запланированное событие 10 февраля. Значит, идем дальше. Затем... мы пока так вот планируем, что мы 11 февраля мы сделаем групповую экскурсию. Знаете, очень полезно делать экскурсии. Значит, то есть, ну, я не знаю, может быть, там двоякое отношение к ним, кому-то скучно, вот, но экскурсия, она, когда ты приезжаешь, и ты знакомишься с новой местностью, и ты изучаешь историю того города или того народа, это тоже то, что расширяет, то, что очень сильно расширяет тебя, ну и в том числе твое финансовое мышление. Тем более, если это экскурсия такого города, как Дубай, история такого города, как Дубай, и такой страны, как Эмираты. Еще раз повторюсь, что это страна, которая буквально за 50 лет сделала вообще просто невозможное. И мы с вами, когда там будем ездить, и мы когда там ездим, мы понимаем, что невозможное возможно. Вот. И когда ты туда приезжаешь, я помню свой первый раз, когда я туда приеду, я понимаю, что есть люди, которые туда первый раз поедут. И просто когда ты едешь вот по этой основной улице, и когда вот эти вот небоскребы с разных сторон, и ты понимаешь, какая тут вообще финансовая мощь, какой менталитет, какой ум, который это дело создавал, это на самом деле завораживает. Поэтому мы обязательно это сделаем. Обязательно сделаем так, чтобы эта групповая экскурсия, она была вот именно про финансовые успехи этого города, этого Эмирата, вот, потому что, ну, нам это и надо, и мы с вами после финансового тренинга поедем уже расширяться, ну, так скажем, тактильно через вот эту вот экскурсию, групповую экскурсию. Там самые дорогие строения, там самые высокие строения, то есть все самое-самое там сосредоточено. Поэтому очень здорово будет об этом послушать. Ну и плюс мы едем все вместе, и мы можем обсуждать вместе, то есть там, дискутировать там и так далее. То есть это все, это еще, ну как бы, когда ты делаешь это в большой такой группе единомышленников, это обогащает еще вот этот опыт. Затем 12 февраля, понятно, 12 февраля нам нужна какая-то активность, и мы долго думали о том, что же мы можем там сделать, и вот пока на данный момент мы решили, вообще Дубай, он славится тем, что там очень много различных тематических парков, и есть разные парки, и вот один из самых последних парков – это тематический парк Marvel, вообще это самый крупный парк, тематически крытый, то есть он под крышей, значит, и ING World, это, ну, называют его парк Marvel. Значит, там огромнейший парк, который, значит, сделан вот с этими героями Marvel, и там в этом парке можно вообще весь день ходить, и в этом парке есть очень много аттракционов, очень много таких американских горок, жестких американских горок, где горки, где ты поднимаешься и спускаешься под углом 90 градусов, потом, значит, там есть такая жуткая горка, она называется Тор. Вы можете загуглить, посмотреть. Это очень страшные аттракционы. Вот. Но знаете, что ценно вот в этом? То есть ценно тогда, когда ты... То есть я ходил там с семьей, мы гуляли, вот это одно. А когда ты гуляешь с друзьями, с большой компанией, когда ты в большой компании садишься на эти аттракционы, это вообще другие эмоции. Потому что вот я сейчас говорю, мы в 2014 году ездили с командой, тоже с лидерской, это была тоже лидерская поездка, и
знаете, вот это вот ощущение, когда ты стоишь в очереди к аттракциону, и он жуткий, то есть там все аттракционы, они же, они страшные реально, вот, они безопасные, но очень страшные. Ты стоишь в этой очереди, и там уже, значит, начинаются эти разговоры, ты, знаете, нервные эти смешки, когда уже такой нервный смех, и ты ждешь вот эту очередь, и потом, значит, все садятся, мы все катаемся все вместе, как правило, там вот этот весь паровоз, это все наши люди, и там все визжат, кричат, и потом, когда заканчивается аттракцион, и когда все выходят вот на этом пике просто эмоционального вот этого возбуждения, и когда все начинают делиться, у кого как это все прошло, но это надо просто пережить, потому что это было вот в моем случае, это было в 2014 году, это 7 лет назад, вот, и я до сих пор сейчас вспоминаю, у меня есть остались фотографии, как мы это делали, и это, ну, одни из самых ярких эмоций в жизни. И когда ты об этом вспоминаешь, ты начинаешь улыбаться. Вот. А в этой жизни нужно очень много улыбаться, поэтому мы с вами будем делать, создавать очень много поводов. Вот. Будет очень жалко нам тех, кто туда не поедет, потому что я знаю, что пожалели те, кто в Калининград не поехали, но те, кто не поедет в Дубай, ребята, вам будет очень больно через экран смартфона смотреть то, как мы там веселое время проводим. Вот, поэтому это будет очень крутая поездка вот в этот парк. На весь день мы туда поедем, потому что там весь день есть чем заниматься. Там и можно и поесть, и там театры, есть и кинотеатры, и шопинг, и все, что хочешь, и на горках покататься. Вот, поэтому это будет очень весело. Это пока такая программа. Возможно, что мы ее изменим, но если мы ее будем изменять, то мы будем изменять в лучшую сторону. Вот, потому что, еще раз говорю, в Дубае появляются постоянно какие-то новые вещи и какие-то новые опыты, и мы будем за этим следить. Поэтому пока так, возможно, что-то мы туда добавим, но если, еще раз я говорю, если мы туда добавим, то мы добавим только в сторону улучшения. Так, идем дальше. Так, ну вот так он выглядит, можете загуглить, вот такая вот, такой вот крытый парк. Идем дальше. Теперь по поводу условий. Значит, мы решили сделать условия те же самые, которые были у нас по Калининграду, мы их немножко расширили, и мы решили, что мы еще один спринт сделаем, потому что это простые на самом деле условия, вот. Но тем не менее мы еще один спринт их сделаем, а потом уже следующий спринт условия будут, скажем так, пожестче. Ну, не то, что пожестче, а, ну, то есть надо начинать растягиваться, потому что мы становимся более профессиональны, и, значит, и надо результаты создавать, да, более профессионально. Хорошо, значит, теперь условия. Для того, чтобы туда просто пригласить, получить приглашение, нужно одну неделю, одну финансовую неделю, 100 финансовых циклов. То есть если у вас в любую неделю спринта, абсолютно любую, а их 52 недели мы делим на в году на 2, это сколько у нас, 26 недель. То есть вот в эти 26 недель, которые у нас идет спринт, вот у нас неделя уже заканчивается первая, значит 25 недель. То есть у вас есть 25 недель впереди для того, чтобы хотя бы одну неделю сделать 100 финансовых циклов. И вы получите приглашение в эту поездку, и вы точно попадете на обучение, на лидерский тренинг по поводу активности, на активности. Вот. Значит, и это приглашение. Одна финансовая неделя. Затем можно не просто поехать, то есть не просто получить приглашение, типа приезжай, а можно еще за счет компании съездить. Вот. Это более приятно за счет компании, потому что ты поработал хорошо, денег очень много заработал, и еще тебе компания еще и бесплатно свозила. Вот так у нас работает. То есть те, кто больше всех зарабатывает, они еще плюс получают подарки от компании, и их компания везде бесплатно возит. Вот. Поэтому, если вы так хотите, просто надо больше зарабатывать. Вот. И, значит, три недели, любые три недели, 100 финансовых циклов, компенсация будет $1500. Четыре недели, 100 финансовых циклов, компенсация будет $2000. И если пять недель, то это 100, если 5 недель, 100 финансовых циклов, это компенсация $2500. Но можно еще компенсацию сделать за одну неделю. Мы будем, то есть, ну, мы хотели бы, чтобы в команде появлялись те люди, которые подтверждают статус ПСД, да, и закрывают статус ПСД. И, значит, одну неделю, 500 финансовых циклов, это тоже, этого достаточно для того, чтобы получить компенсацию $2500. То есть максимальную компенсацию можно получить двумя способами. Первый – это либо 5 недель по 100,
либо одну неделю 500 циклов. Вот. И у нас сейчас вот закрывается неделя, я уже знаю, что у нас есть первые ребята, которые выполнили промо, причем максимальное. Ваня и Наташа Сорокина на этой неделе, у них больше 500 циклов прошло уже вчера. Вот. Поэтому это первые ребята, которые получают приглашение. Мы только начали, а у нас уже приглашение и компенсация на 2,5 тысячи долларов. Так, это условия. Теперь мы с вами идем дальше. Так, что у нас дальше? Значит, ребят, это мероприятие, которое у нас будет в конце спринта. Значит, мы сейчас с вами, это самое главное событие, то есть на которое мы работаем, итоги года, 6-7 февраля и лидерская поездка. Вот. Но у нас есть ближайшее мероприятие, которое для нас является таким якорным событием. Это Турция. Она будет 16-19 октября. Значит, сейчас расскажу немножко про Турцию. Обычно в осенний спринт мы с вами работаем, и в этом осеннем спринте есть очень много активностей. Вот. Но по, как бы, активность от компании во втором спринте обычно это поездка в Турцию. То есть тогда, когда у нас собирается вообще вся компания, у нас собирается администрация в Турции, и мы проводим 4 дня обучения, это стратсессии и так далее. Это то мероприятие, куда можно привести потенциальных партнеров, потенциальных клиентов, потому что это не просто как бы обучение, это еще и рекрутинговое, вовлекающее мероприятие для того, чтобы люди, которые там к нам присматриваются, там, они могли приехать и там с нами побыть, посмотреть, увидеть, что мы нормальные ребята, нормальные люди, такие же. Вот, значит, просто у нас амбиций много, вот, и желаний, целей и так далее. Это единственное наше отличие. И они могут быть такими же, как мы. Поэтому это мероприятие, где мы собираемся. Обычно у нас там собирается 500-600 человек, очень-очень много. Мы снимаем большой зал, мы там обучаемся и так далее. И вот в этот раз то же самое. Чем важна эта поездка? Она важна тем, чтобы мы синхронизировались в самой середине спринта. То есть мы работаем 6 месяцев. Это такой долгий забег. 6 месяцев – это все-таки долгий забег. И во время этого забега у вас могут быть различные... Ну, то есть мы можем немножко от цели отклоняться. То есть, ну, то есть нас, вот эта вот рутина ежедневная, она может нас растаскивать в разные стороны. И вот Турция – это то, где мы синхронизируемся. То есть мы снова синхронизировались, снова получили эмоции, вот это вот внутреннее правильное состояние, побыли в контексте, и мы начинаем марш-бросок в конец спринта. Поэтому вот это мероприятие, оно такое, оно собирающее, оно делает тебя целостным в рамках этого бизнеса. Оно дает тебе энергию, какие-то новые знания. У нас к этому моменту мы внутри компании тоже что-то сделаем. То есть у нас приедет администрация, которая тоже будет выступать. То есть в эти 4 дня будет блок от администрации. Вот. То есть там будет очень много-много информации. Поэтому и обучение, и от топ-лидеров, и обучение техническое, и обучение идейное, и обучение, опять же, по поводу личностного развития. То есть вот это 4 дня. То есть мы обычно что делаем? То есть у нас, мы приезжаем в Турцию, мы на 4 дня снимаем конференц-зал, он работает 24/7 в нашем распоряжении. И там будут мероприятия от компании, то есть такие, когда собираются все. Также там можно собираться своей командой, то есть там можно проводить какие-то различные факультативы по интересам, там, например, факультативы по продукту, то есть собираются там какие-то ребята, которым там интересно там в продукте, например, в какой-то фиче разобраться. Это возможность, когда вы можете просто вот, ну, в рамках отеля встретиться и поговорить неформально абсолютно с любым человеком в компании, там, топ-лидер, с администрацией компании, какие-то вопросы задать и так далее. Это очень важная поездка для, ну, для развития вашего бизнеса. И там кто-то там по ночам что-то сидит в этом зале, что-то придумывает, там команды и так далее. То есть это такая вот 4 дня, просто мы живем как в большом пионерском лагере, значит, все вместе. И, ну, представьте, отель, и у нас там 500-600 человек в отеле. То есть это практически, то есть куда бы ты ни посмотрел, там везде есть наши. И огромная-огромная семья, мы все в одном направлении двигаемся, одни разговоры те же. Вот, поэтому это очень здорово. Я думаю, мы сделаем там какие-нибудь турниры по волейболу, по футболу между командами, там какие-то команды сделаем. Вот, кстати, да, надо будет сделать там сетку турнира. Короче, будет очень весело. Поэтому и вот это вот 16-19 октября, это уже, скажем, вторая половина октября. В Турции это самое такое бархатное время. То есть это тогда, когда уже спала жара, но еще не холодно.
море еще не остыло, народу практически нет, и оно ну, комфортно еще по цене тоже, потому что там в этот период цены, наверное, на самый-самый низкий. Поэтому вот прямо сейчас, если вы связываете там ближайшее время с этой компанией, с этим продуктом, а если вы здесь, то, наверное, связываете, то вот прямо сейчас нужно пойти и забронировать эту поездку, потому что она с каждым днем будет дорожать, и все больше и больше сейчас людей будет туда обращаться из нашей компании. Поэтому если вы хотите зафиксировать самые там вкусные цены, то, наверное, нужно сейчас прямо это сделать. Вот. Мы уже забронировали, то есть я там буду с 15 по 20, то есть вот в рамках этого мероприятия. Вот, поэтому то есть мы точно летим, администрация, вся администрация тоже вылетает. Все ребята, которых вы видели в Москве 7 августа на сцене, они все летят, значит, и все будут там, и все будут в режиме доступа. То есть вы 7 августа могли их не встретить, а это просто там 5 дней в рамках одного отеля. Вы в любом случае, если вам очень надо, вы кого надо найдете и с кем надо поговорите, вот, чтобы задать те вопросы, которые вас интересуют. Поэтому... Турция. Ну и как бы понятно, что это очень весело. Каждый раз Турция, она не похожа на предыдущую Турцию. В общем-то, весело, очень круто. Значит, в общем, все как в самых-самых лучших наших традициях. Поэтому в поездку надо обязательно поехать. Так, затем, что у нас еще? А, вот это фотография такого нашего отеля, в котором мы с вами будем. Очень хороший, красивый отель, Корнелия Делюкс. Значит, с этим окей. И все, мы с вами заканчиваем. Значит, у нас есть подарок от компании. Мы его запустили на дне рождения компании. Мы решили давать плюс одну лицензию всем абсолютно новым партнерам, которые к нам приходят на любой тариф от пакета «Бизнес». И всем абсолютно партнерам, которые делают апгрейд. Даже те клиенты, которые долгое время с нами, они сейчас решили стать партнерами, они, значит, если они становятся партнерами, мы тоже им даем одну лицензию, плюс одну лицензию. И мы видим, что эта акция, она вам очень понравилась, потому что у нас просто очень сильный отклик. Мы за это время раздали просто сотни лицензий бесплатных вот этих подарков. Вот, надо потом посчитать, на какую сумму мы подарили подарки. Значит, и были очень много вопросов по поводу того, что эту акцию хочется продлить, вот этот подарок хочется продлить еще на неделю, потому что еще ребята были в Калининграде, мы были вот в этой поездке, и ну, было не совсем, ну, не было столько времени для того, чтобы поработать на это промо. Поэтому мы решили пойти навстречу. Вот. Это компания, которая очень гибкая, и компания, которая всегда слышит, и компания, которая всегда идет навстречу. Вот. В такой компании мы с вами работаем, сотрудничаем с такой компанией. Поэтому мы решили сделать еще одну неделю подарков по многочисленным вашим просьбам. Еще неделя до 21 августа. То есть получается, что 21 августа это будет следующая неделя. Сегодня суббота. Вот до следующей субботы, до 10 часов утра по Москве, у вас есть время, те, кто не успели, еще поработать и получить этот подарок, еще плюс одну лицензию. Вот. И вы можете рассказывать эти кейсы, потому что я так понимаю, что вот эта акция, она очень нам помогла, потому что, я еще раз говорю, у нас очень сильный отклик, мы сейчас смотрим, у нас сейчас присоединение партнеров просто вот вверх, этот график пошел, вот, стало очень много партнеров, и очень много партнеров апгрейдились, вот, поэтому мы делаем еще одну эту неделю. Но эта неделя точно последняя, ребята. Поэтому не надейтесь там на продолжение. Это точно последующая неделя. Последней недели больше такого не будет. Поэтому все, кто не успел, пользуйтесь этой акцией. Вот. Значит, так, ну что, все, по-моему, да? У меня все, по-моему, последний слайд. Да, ну все, ребята, мы с вами начинаем новый спринт. Я чувствую очень много сейчас энергии у нас и чувствую, что вот прямо сейчас что-то происходит, тектонические плиты начинают двигаться. В общем, огромное-огромное сейчас количество энергии, и это нужно пользоваться. То есть, во-первых, куча железа пока горячо, очень много энергии, надо этой энергией пользоваться. Эта энергия, она не только у вас, эта энергия вообще в принципе в сообществе. Вот. И сейчас эта энергия становится заметной, и на эту энергию сейчас...
обращает внимание большое-большое количество людей, поэтому нужно этим пользоваться. Поэтому мы с вами начинаем новый спринт, у нас очень большие задачи в этом спринте и перед администрацией, и перед партнерским сообществом. Нам нужны и клиентов, чтобы у нас становилось больше, и партнеров, и пользователей, поэтому мы сейчас вот прям большое-большое настроение, огромное такое, хорошее состояние, засучить рукава и очень хорошо поработать. Поэтому что, поехали в новый спринт. Я желаю вам самых-самых больших результатов. Я желаю вам, чтобы этот спринт был самым результативным спринтом в вашей жизни. И для этого у нас сегодня все есть, уже прямо сейчас, абсолютно все есть для того, чтобы сделать очень-очень большие результаты, самые большие результаты в нашей с вами жизни. Спасибо на этом все. Благодарю вас за внимание. Спасибо всем, кто были онлайн. И до следующих встреч. Все, пока.